Здравствуйте, это Веник, это я, Владимир Якуба. Я обучаю людей, каким образом работать с персоналом, с продажами и разбираться в вопросах лидерства. Так вот, главная ошибка, состоящая в том, как сделать так, чтобы работодатель на первой встрече не погнал вас веником в сторону. Да, кстати, он этого не сделает. Но все же при первом разговоре с работодателем вам не нужно допускать ошибок, которые заставят работодателя взять веник. В переносном смысле, скорее всего, вам откажут по-другому очень красиво, без вот этих вот нюансов. А скажут какие-нибудь слова, что, к сожалению, другой кандидат оказался сильнее, к сожалению, вакансия не подтвердилась, или же, к сожалению, у меня нет финального решения, но, скорее всего, нет, потому что акционер не приняли решение, и так далее. Поэтому, чтобы этого не происходило, вам нужно делать несколько вещей. При первом разговоре показывайте заинтересованность в компании больше, чем в вакансии. То есть вы должны говорить о бренде, об описании компании, и потом, если что, вам легче будет, простите меня, съехать с заработной платы по конкретной вакансии, потому что компания, бренд вам нравится, а вот сама вакансия, что-то функционал не очень. Вам легче будет это выторговать. Наконец, второе. Говорите четко и по существу. Третье. Задавайте вопросы только тогда, когда вы начинаете ощущать паузы и ощущение работодателя, что он основное у вас спросил, и сами перехватывайте инициативу. И если у вас будет получаться делать первое, второе, третье, тогда меньше вероятности, что веник у работодателя в эмоциональном смысле окажется под рукой. И для вас будет вторая встреча, третья, четвертая и принятие на работу в компанию. Я Владимир Якуба, если это видео было вам полезно, жмите лайки, подписывайтесь на мой канал в YouTube, мой сайт Якуба РФ. До встречи!